В настоящее время Минскметрострой ведет работы по подготовке территории, перекладке инженерных коммуникаций, сносу зданий, сооружений и непосредственно уже приступает к работам по выполнению основных котлованов для строительства самих станций метрополитена. Имеется проектная документация по станции метро Вокзальная, по станции метро Юбилейная, по станции метро Жуковского и частично по станции метро Клары Цеткин.